Семиотика и мифология Альгридаса Юлиуса Греймаса – это два параллельных пути создания одной и той же дисциплины. Структурная семантика Греймаса, положившая основы новой школы, была опубликована в 1966 году. В том же году, опираясь на предложенный Леви-Строссом анализ мифа племени Барора, Греймас попробовал сформулировать теоретические основы интерпретации мифологического повествования. Знаменитый антрополог тогда не согласился с семиотиком. Это побудило Греймаса перенести полевые исследования на родную почву. Греймас писал: «Тогда я сказал себе, если я могу анализировать Барора, почему не взяться за литовцев?» Изучая литовскую мифологию, по признанию самого Греймаса, он пытался найти такой тон, который позволил бы сохранить атмосферу мифа, переживания обыденной религиозности, без которых невозможно никакое описание сакрального мира. Первыми литовскими мифологическими текстами, которые Греймас включил в свои семиотические исследования, были 33 варианта сказки о бесстрашном герое. Они вошли в первый том его семиотических эссе о смысле «Дюсанс», 1970 год. Греймас замечает яркие отличия этих вариантов от канить на нических волшебных сказках. В модели волшебной сказки, описанной Владимиром Пропом, герой выполняет свое главное испытание в утопическом пространстве, отграниченном от социальной действительности. А в сказке о бесстрашном герое волшебность приобретает черты рассеянной мифологичности. И для того, чтобы раскрыть ее мифологическое содержание, необходимо знать и литовский культурный мифологический код. Греймас реконструирует его при помощи универсальных категорий жизни, смерти, природы и культуры, и соответствий природным стихиям, огню, воде, земле. Применяемые Греймасом процедуры анализа сказки объединяют синтагматику и парадигматику нарративных форм. В анализируемом мифологическом универсуме сталкиваются два равнозначных действующих лица, покушающихся на сферу действия друг друга – герой сказки и Вяйнес. Своими мифическими способностями они напоминают древних литовских богов-властителей, обладающих высшей властью над жизнью и смертью. Вяйнес, воплощающий магическую власть, управляет посмертной жизнью, ночным миром, землей и подземельем. Бесстрашный герой, отличающийся богатырской природой, изобразительностью, жизнью до смерти, солнечным миром, огнем. Греймас ставит вопрос о том, можно ли описанный таким образом мифический сигнификат соотнести с сигнификатом мифологического Перкунаса. Включив мифический нарратив и юмористическую концовку сказки, когда спящий герой-победитель пугается холодной воды, Греймас распознает в ней такие элементы кода, как ясновидение нищих, противопоставление смертельного холода и жизненного тепла. Это позволяет выявить семантическое содержание третьего божества литовского дохристианского пантеона – знание, предлагаемый договор, мир мертвых, вода. В дальнейших исследованиях ту же семантическую конфигурацию Греймас связывал с божественным контрактуальной власти. Таким образом, анализ сказки об бесстрашном герое следует считать первой попыткой Греймаса прояснить трифункциональную концепцию власти в литовской мифологии. Исследуя литовскую мифологию, Греймас прежде всего опирался на труды современных французских мифологов Клода Леви-Стросса и Жоржа де Мезиля. Анализируя мифологии архаичных обществ, больше всего индейцев, Леви-Стросс прочитывал мифы парадигматически, стремился распознать систему ценностей, согласно которой общество оценивает свою культуру. Дюмезиль исследовал развертыванные ценности в сравнительно развитых, разделенных на классы индоевропейских обществах. Искал идеологию, помогающую обществу понять себя, формирующие его противоречивые силы, отношения земной и божественной власти. Литовскую мифологию можно читать и парадигматически,
по-индейски, то есть по Левистросу, и синтагматически по-римски, по Демезилю. Тем она ярко, скажем, отличается от латышской мифологии, в которой синтагматическое, а тем самым идеологическое измерение отсутствует. В первом томе мифологических исследований о богах и людях, опять «Девус» и «Ржмонес», 1979 год, который недавно переведен на русский язык, Гремес, опираясь на этнографический материал, собранный в 16-20 веках, пытался реставрировать обычаи и ритуалы, свойственные закрытому деревенскому обществу. Это соответствует концепции Леви-Стросса и его последователей, отождествляющей мифологию с культурой. Исследование отношений между литовскими богами-властителями вошло во второй том мифологических работ Греймаса «В поисках народной памяти» «Тотос от Ментес Беешкан», 1990 год. Здесь он использовал пласт литовской мифологии, зафиксированный в рукописях 13-16 века и представляющий религию, которую исповедовало объединившееся литовское общество до принятия христианства. Это соответствует воззрению Демезиля на мифологию как на идеологию. В первых разделах книги о богах и людях Гремес стремится реставрировать мифологическое содержание древних божеств Айтвороса и Каукасов. По примеру Демезиля, утвердившего в сравнительной мифологии переход от фонетического к семантическому сравнению, он раскрывает системные связи этих мифологических существ. Каукасы связываются с некультурной землей, водой, сырой пищей и наготой, Айтворос – с огнем, воздухом, вареной или жареной пищей, золотыми деньгами. Из этих логических противоречий глубинного уровня выводится ряд фигур поверхностного уровня. В своих исследованиях Гремес восстанавливает систему трех балтийских богов-властителей. Как бог контрактуальной власти, представляемый индийским Митрой, интерпретуется прусский Патримпас, а на литовском языческом Олимпе, упоминавшийся в русских средневековых летописях Андой или Анди. Исследователь предложил читать это имя как Андояс, связывая его корень с сокращенной формой слова «вандуа» – «вода». По мнению Греймаса, утопический сакральный мир в литовском мифическом мировоззрении имеет водную природу. Первую функцию Демезиля Греймас делит на две части. Наряду с контрактуальной властью, выделяя магическую власть – варуны, в прусской мифологии этой области соответствует Патулос. По мнению Греймаса, в литовской мифологии магическая власть закреплена за богом старшего поколения Вяльнесом или Веленосом. После распространения ритуала трупосожжения была передана Кальвялесу, кузнецу, связанному с огнем. Гремес считал ритуал трупосожжения религиозной реформой, связанной с экономической и политической централизацией Литвы. Второй военной функции Демезиля в балтийской мифологии соответствует Перкунос. После укрепления христианства, при постоянном уменьшении политической самостоятельности Литвы, военная функция становится ненужной. Перкунос остается, но становится своеобразным надзирателем богов. В приведенной Греймасом трехчастной схеме балтийских богов не остается третьей функции Демезиля. С точки зрения литовского исследователя, в балтийской мифологии она отдельно не представлена, относится к божеству с функцией контрактуальной власти. Андояс занимается и поддержанием мирового порядка и охраняет обязательные для человеческой жизни ценности. Для Греймаса, как и для Демезиля, точкой счета трифункциальной модели было не название трех богов-властителей, а выделение трех сфер власти. Трехчастную индоевропейскую мифологию он понимает как структурную схему, которая охватывает все возможности, а конкретное содержание схемы зависит от историко-культурной обусловленности. Так что трифункциональная схема, моделирующая иерархию земных и божественных сил,
Конструкция Гаудиомазилия и Греймаса включает в себя различные идеологические содержания. Для реконструкции литовской мифологии Греймас использует не только вербальный фольклорный материал, но и мифологические описания обрядов. Соматическое поведение людей позволяет раскрыть семантический код ритуалов. С другой стороны, он обретает смысл только в связи с общей мифологической системой. В разделе о пчелах и женщинах Греймас опознает мифические измерения в структурах социального обмена. Упоминаемая в источниках по литовской мифологии богиня пчел Аустея одновременно является и пчелой, и женщиной. Она не только ткет, Аустея от аусти – ткать, или вяжет соты, но она идеальная мать, хранительница семьи. В сфере Аустеи принадлежит социальный институт пчеловодства. Обмен пчелами соответствует обмену женщинами. Перенос пчелиного роя в другую усадьбу соответствует выдаче девушки замуж в другую семью. Передача пчел санкционирует составление социального договора, основанного на принципах дружелюбия и добрососедства. В описании свадебных обрядов Аустея появляется как божество, санкционирующее переход невесты в сословие женщин. Ритуальные выплескивания меда, напоминающего пчел, воздух интерпретируется как жертва воздушному пчелиному божеству, делящему функции и плодородие с земной богиней Жеминой. Сопровождающий ритуал подпрыгивания связан с сексуальной символикой плодородия. Символическую смерть незамужней девушки выражает кровь снохи. Ну, действительно, конечно, там не кровь, там напиток из меда, окрашенный красным цветом. Но все-таки в мифологическом контексте это кровь снохи, осознающая, что сноха была зарезана, этот термин даже употребляется, для того, чтобы родилась продолжительница семьи женщин. Первый аутентичный литовский миф, зафиксированный в летописи XIII века славянцем в списке хроники Малалы, это рассказ о Совии, предводителе душ. Греймас опубликовал анализ этого мита в 1983 году. Он гордился тем, что был первым исследователем этого мифа и что, переданный в Литву, он неизбежно содействовал национальному возрождению. В том же году Греймас опубликовал статью о литовских богах-властителях. Он намеревался включить обе статьи в отдельный том, посвященный проблематике литовского языческого пантеона. В 1971 году, впервые после войны посетив Литву, Греймас представил анализ мифа об основании Вильнюса, записанного в литовских летописях XV века. В то же время он писал на французском языке оставшуюся незаконченную статью «Сон Гедиминаса», которая была переведена на литовский язык и публикована только в 1998 году. Идеологическое содержание мифа Греймас обсуждает с двух точек зрения, как миф о посвящении короля и как миф об основании гордого государства. На дискуссионном уровне этим двум идеологическим аспектам соответствуют двоякие мифические фигуры. Греймас сопоставляет план содержания литовского мифа с аналогичными индоевропейскими мифами. Тематическая ценность фигуры Тура сопоставляется с такими фигурами, как римская имперская корова, индийская корова изобилия, деревянная корова ирландского короля Бреса. Все эти фигуры символизируют власть, квалификацию или дисквалификацию короля. Фигура железного волка, предвещающего славу Вильнюса, в свою очередь напоминает римскую волчицу, кормящую будущих основателей города. Последнее незаконченное мифологическое исследование Греймаса – это анализ мифа о происхождении литовских вельмож из римлян. Приведенная в летописи генеалогия рода римского патриция Полемона выглядит как вереница отдельных фактов и самостоятельных историй. Стремление анализа Греймаса – раскрыть идеологию генеалогического повествования, показать, как летописная история
вместо того, чтобы быть искусственной свалкой имен собственных, может, наоборот, иметь мифическую плоскость, иначе говоря, представить своеобразную мифическую историю, которая одновременно была бы и ложной, и настоящей. Глубинный смысл мифа Греймаса ищет не во главах записавших его людей или во внешних культурных контекстах, а во внутренней структуре, под поверхностным слоем повествования, сообщением о мифических предшественниках, основывающих города, поселки, дающих имена природным объектам, скрывается глубокая структура. Генеалогия Полемона прочитывается как мифическое узаконивание стремления литовцев на восток. Для литовских мифологов Греймас остается бесспорным авторитетом. Новейшие исследования по литовской мифологии постоянно возвращаются к его работам. Однако, несмотря на популярность его мифологических исследований, семиотические установки Греймаса-мифолога еще не получили достойного отклика. Видные индоевропеисты Дюмезиль и Бенвенис побуждали Греймаса заниматься исследованиями литовской мифологии, чтобы их результаты стали доступными исследователям других индоевропейских культур. Проделанная Греймасом работа оправдала эти надежды. Жаль, что до сих пор они не получили должного отклика за пределами Литвы. Перевод первого тома мифологических исследований Греймаса знакомит русских читателей с неизвестным им мифологом. Готовятся переводы трудов Греймаса по литовской мифологии на итальянский и украинский языки. Можно надеяться, что литовский мифолог займет достойное место в современной европейской мифологии. Спасибо за внимание.